Здравствуйте, друзья! С вами Мото Виктора. Сделал вот такую вот диораму. Взятие Берлина. Ну, Рейхстаг ихний немецкий. Как бы 45-й год, завершение войны. Попросили в школу сделать. Ну вот. Вот такую вот я замутил диораму. Наступление нашей Красной Армии. Немцы сопротивляются. Но наши все равно победили, как бы они ни сопротивлялись. Я делал так, чтобы в машину поместилось. Вот такая вот она диорама. Ну, ребята, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Мото Виктора. Всем пока!